Казахстанская студенческая молодежь осваивает профессиональные навыки на основе курсов лучших университетов и их компаний всего мира. Этому способствует подписанный меморандум с одной из ведущих платформ онлайн-образования. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек во время своей рабочей поездки в Карагандинский регион. В своем докладе министр остановился на основных результатах и достижениях за первое полугодие 2024 года. Обсуждались такие вопросы, как увеличение объема государственных образовательных заказов на подготовку кадров, повышение стипендий, повышение оплаты труда профессорско-преподавательского состава вузов. В рамках реализации поручения главы государства и концепции развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы ведется работа по открытию филиалов зарубежных вузов. Это развитие отечественной системы высшего образования, повышение ее качества за счет трансфера знаний и лучших международных практик, а также увеличение доли иностранных студентов. Саясат Нурбек рассказал о ходе разработки 15 образовательных программ по межвузовскому стандарту и искусственному интеллекту. Обращено внимание на концепцию развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы. Министр отметил, что продолжается работа по открытию филиалов зарубежных вузов. По его словам, это будет способствовать развитию отечественной системы высшего образования, повышению качества через передовой международный опыт. На сегодняшний день 27 ведущих зарубежных университетов решили открыть свои филиалы в Казахстане. 5 из них планируют построить полноценные кампусы в стране, что станет важным шагом на пути к укреплению образовательной инфраструктуры. Особое внимание было уделено вузам с международными кампусами, в том числе партнерским отношениям с казахстанскими вузами. Сформирована карта региональных потребностей. По завершению встречи глава министерства провел личный прием граждан. Жители региона обратились с вопросами, касающимися науки и высшего образования, оплаты обучения, обеспечения мест в общежитиях, трудоустройства и многое другое. Проблемы, требующие тщательного рассмотрения, были взяты под личный контроль министра. Лиана Жамлиханова, Жайнат Жаксыбаев и Бульдерген Асагат, телеканал Сарыарка.